Это Барнаул. Прекрасный город. Красота. Видите, как чтят погибших. Что с ними было. Вот. 2,5 миллиона тонн зерна. В то время это не просто так было. Барнаульцев награждены. Пойдите со стороны и там также станете. Подходите туда, я на вас найду оттуда. Это мы около Стеллы находимся. Вон далеко внизу. Там люди, там мост. А тут другое совсем написано, что. Метров, 40 миллионов метров парашютных строп. 5 миллионов метров стерлинг шлангов. Ну, короче, так, постаньте, встаньте рядом, лицом сюда. Что вам будет? Фуражки поверните, чтобы солнце не закрывало. Иди рядом поближе к отцу, встань. Это Барнаул. Чтят своих героев прошлого. Это хорошее дело, только надо Бога благодарить. Для танка всего более 10 тысяч единиц. Ну, кто поверит в это теперь? И эта цифра как будто ничего не говорит. Вот все, уходим. Община шумных. Догнать ее не может. Глянь. Она несется, какая пышка. И вот мы поднялись наверх. Сейчас мы подойдем к храму. Если у меня ленты хватит. Город Барнаул. Очень красивый город. Мне пришлось проехать весь Союз от корня до корня. Владивосток и здесь, до Бреста, везде. А потом мы прошли всю Европу, до Португалии, Скандинавия и Прибалтика за нами. Ну, конечно, я местный, не барнаульский, хотя, но скажу, что Барнаул красивый город, чистый. Вот сюда маленько отвернем. Видишь, как? Вот отсюда эта стела, к которой подходили. Вот она, флаг. Я в российский флаг просто влюблен. Какие большие деревья. Смотри, какие стены. А там вышка какая. Вон она. Сейчас мы увидим храм Иоанна Предтечи. Иоанна Предтечи – это значит крестители. Предтечи, то есть предшествовавший Господу нашему Иисусу Христу. Вон туалет, кому надо, написано. Пойди бесплатно, не за деньги. Вот какой-то турник сделали кому-то. Или чтобы дерево не упало. Турник. Сейчас там узнаем, где Достоевский был тут. О, слава Христу. Вот 2 июня сегодня,
воскресенье Господне, 2024 год. Приехали гости из Красноярска. Вот мы теперь прошли мост туда и обратно. Высоко залезли. Ну и к храму подошли. Я внутри никогда не был, да и зачем заходить, если не молиться. Вы хотели бы зайти, нет? Да не знаю. А? Может... Ну давайте зайти. А нет, там, наверное, закрыто. Да нет, наверное. Открыто? Открыто. Храм Иоанна Предтечи.